В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия. В ходе досмотра в его гараже в городе Голицыно полицейскими был обнаружен и изъят самодельный обрез гладкоствольного ружья, пригодного для стрельбы охотничьими патронами 12-го калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.